Рудольф Альшевский. «Опасный прыжок». Читает Павел Беседин. Запишусь в парашютный кружок, чтобы однажды, случайно как будто, сделать этот опасный прыжок и лететь. Не раскрыв парашюта, Витька Воронов крикнет: «Смотри!» И в небесную синь по приказу весь наш двор Франца Меринга III глянет. Мне позавидовав сразу, двор ко мне равнодушный вчера смотрит, как я лечу через тучу, и кричит: «Раскрывайся, пора!» Я еще их немного помучу. Я неспешно поправлю очки и сквозь мутные стекла увижу, как, от ужаса сжав кулачки, Светка, плача, кричит: «Ненавижу!» Удалось. Я все выдержал, чтоб вырвать это бессилие плача. Мой полет продолжается. Стоп! Купол выстрелил в небо. Удача! Приземлюсь. Как задую свечу, снова тяжесть почувствует тело. Светка плачет, а я хохочу. Вот такое веселое дело.